друзей белку и стрелку. Гав-гав! Стрелка пала с тобой космический аппарат. Вперед! 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Белка, что же облаками впереди? Приземляйся, посмотрим. Это ведь Венера. И эта планета всегда окружена толстым слоем облаков. Что с нашими приборами? Мы полетаем в самую горячую планету Марс. Ой-ой-ой! Скорее летим отсюда, чтобы нас не сдуло. Это планета Нептун, это планета Вихрь. Что это за колесо там крутится? Давай подлетим поближе. Как здесь холодно. У Сатурна кольца состоят из кристаллов льда. Пора нам домой, топливо заканчивается. Наконец-то мы дома. Только на планете Земля такая зеленая трава и хорошо дышать воздухом.